Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Horizon Запретный Запад, и давайте посмотрим доп-задание в Песне Долины. Благо, они тут имеются. Что тут происходит? Ты та, что говорила с Хором. Сможешь нам помочь? Это наши дела, чужеземка. Неужели тебе не надоело совать в них свой нос? Думаю, еще разок можно. Продолжай. Моя жена Калая только что вошла в Хор. Она отправилась на мыс, чтобы выполнить обряд открытия, и, наверное, упала. И теперь они отказываются ее искать. Мы искали достаточно, Бри. Поисковый отряд нашел только ее разбитый инструмент на берегу реки. А на мысе была только краска, которую она взяла для обряда. Мы не можем требовать от людей рисковать своими жизнями из-за одной упрямой женщины! Но ее семена должны попасть в землю ради памяти! Какие семена? Я слышал, ты помогла духу Землире. Увидела то, чего никто не смог. Прошу, найди ее мешочек. Пустые надежды точат корни. Почему Калаю выбрали для Хора? Хор выбирает сам, но должен слушать мнение остальных людей племени. Калая предлагала новые идеи взамен старых обычаев, и люди прислушивались к ней. Мы не можем быть глухи к иным мнениям, пусть они нам неприятны. Значит, пришлось принять Калаю, чтобы не дать распространиться ее идеям? Специально убили? Жеземка быстро все схватывает. Они ее и ликвидировали, видимо. Консерваторы. Обряд открытия. Что это такое? Это паломничество на мыс. Место, где первые Утару узрели песню долины. Калая должна была пройти по пути предков, окрасить глаза и сыграть свою песню над просторами нашей земли. Затем она бы нанесла свою отметину на сам мыс, рядом с отметинами, приходивших ранее. Раньше так делал каждый новичок хора. Но из-за помешательства мы перестали их отпускать. Слишком опасно. Давно никто не ходил. Так почему она пошла? Мы убеждали ее не ходить. Но она, как всегда, никого не послушалась. Думала, это придаст значимости ее голосу. Она хотела доказать, что уважает традиции, хоть и призывает жить по-новому. Считала, так ее начнут слушать. Калая предлагала все изменить? Полностью. Вы бы с ней поладили. Песня долины погибает. Но Калая считала, что мы можем выжить. Как ветер уносит семена в далекие земли. Она предлагала покинуть песню долины, найти новый дом. Мы проросли в эту землю. Дерево не может сойти с корней даже при пожаре. Но вы не деревья. Теперь это не важно. Калая носила мешочек с семенами? Как и каждый Утару. Мы выбираем семена в юности, собираем их с растений предков или других значимых для нас. После смерти эти семена возвращают в землю, которая взрастила их, чтобы они вновь проросли. Поэтому мне так важен мешочек Калай. Ее семена нужно посадить в песне долины. Река унесет ее семена к новым землям. Там они прорастут и расцветут. Цвести вдали от дома. Иногда это лучший вариант. Ну, тут явно эти ребята замешаны. Интересно, а сколько люди тут живут? Ну, минимум лет 40. Неужели семена не портятся за такое время? Если они просто в мешочке хранятся. То что они постоянно двигаются, там перемешиваются, стукаются друг об друга. Я осмотрю там все, если окажусь рядом. Спасибо. Мыс на северо-востоке отсюда. Ищи сломанный мост у подножья утесов, у основания мыса. Там поисковый отряд нашел ее инструмент. Ясно. Ты как, не против? Меня не волнует, как ты тратишь свое время. Бесполезно искать то, что земля уже забрала себе назад. Мыс. Кстати, 17 уровень. Ну, у нас, в принципе, 17, ладно, уже выполним. Но вообще довольно высокий уровень требуется. Ну что ж, пойдем. Опять ночь, опять мы не можем перемотать. Вот, казалось бы, целый город здесь. И неужели нельзя нигде перемотать время? Ну вот,
Настолько тупой момент, просто поразительно. Дрон. Наверное, часть циклопа. Если извлечь из него данные, я смогу подключить его к куполу. Но как туда добраться? Коралл. На него именно запрыгнуть надо? Зараза. Так, как же его поймать-то? Просто попасть не пойдет? Зараза. Вообще никакого толку. Нужно прыгнуть на дрон и спустить его. Понятно. То есть надо сюда идти. Ну давайте тогда это задание выполним. Ишь ты, а там машина какая-то сидит. Ну-ка, получай его, ублюдок. Сейчас тебе жопу отстрелю. 3 стрелы, конечно, тема. Это обычный кабан. Нам же они уже не нужны. Я думал, тут мы кого-нибудь другого встретим. Какой-то древний форт. Зеленец. Кстати, зеленцы пока что непонятно, куда девать. Снижаюсь. Еноты, все пока что те же животные. Странно как-то. Ага, вот отсюда можно попробовать. С этой пушки. Ну давай. Вот. Хорош, попался, дружок. Снижаемся. Так, нужно извлечь из дрона данные. Модуль 047. А, это просто задание нам открылось, окей. Все, больше тут ничего нету. Окей. Дальше полетел. Прекрасно. Наверняка где-то здесь есть котел с данными о перехвате таких машин. Так, вот наше задание, да? Мыс. Не таких нам надо гулять, ребят. Ух ты, скотина. Получай-ка. А их удобно убивать, кстати. Отбиваешь эти унижары. Потом рога. Скотина. Слушайте, уже защита чувствуется лучше стала. Получи, тварь. Блин, в дерево воткнул. Вот так вот. Хорош. Птаха. А это серьезное. Вот так. Тут их несколько. Боеприпасы теперь тратятся вообще жесть как быстро. В зоб. Правильно же? Я помню, каким-то птицам надо было в зоб попадать.
Хорош. Только Пашечка тоже тащит. Где второй? Далеко сидит. Куда? Холера. Прикольные эффекты, да? Эх ты хренов дрон. Это было дерганное движение, кстати. Как же быстро боеприпасы улетают. Теперь будет летать где-то на отдалении, как комар, блин. Еще кто-то. Олень. Вот так вот. Прикольные враги, у которых очень много всяких точек болевых. С ними веселее всего воевать. Жопу отбил. Уже полдела. Хорошее попадание. Так, ну все. А теперь поищу мешочек Калая. Стоит начать с моста. Тут и убили Калая. А потом и поисковый отряд сражались здесь с машинами. Это опасное место. Так, эту тварь тоже надо прибить. Вот посмотрите, 3 стрелы и такой слабый урон. Слабоватый лук. Зараза. Тут еще их много. Жопу отбил. Блин, промазал. Взрыв пасты нет, а вот так вот, видите, эти, получается, гарпуны дорогие довольно. Но эффективные. Крайне эффективные. На данный момент это лучшее мое оружие. Ладно, идем искать Калаю. Ее останки. Может, она еще живая? Вы уверены, что она погибла? Мост разрушенный. Много следов. Наверняка поисковый отряд. Бри сказал, инструмент его жены нашли тут. Поисковый отряд решил, что тело Калая, скорее всего, унесло рекой. Но упав отсюда, она застряла бы в старом дереве. Мне кажется, она не упала. Надо осмотреться на мысе. Что-то не сходится. Ну все понятно, эти вожди ее убили. Наверное, это путь на мыс. Под каменной аркой сюда, да? Должен быть другой путь наверх. Похоже, Калая и поисковый отряд
Просто забрались на утес. Сломано уже давно. И почему мне кажется, что пройти по этому следу будет непросто? Ух, наверх подниматься, да? Высокая скала. Такой цвет пошел бы моим доспехам. Ишь ты, модница. Ну. Пещерка. Хоть бы она жива еще была. Старая тропа Утару. Похоже, здесь начинался обряд открытия. Песня, слышите? Кто-то поет. Тропа завалена. Наверное, обломки моста. Похоже, обвал произошел очень давно. Может, из-за бури. Нам наверх? Скорее всего. Здесь следы обрываются. Похоже, Калая забралась наверх. Мыс. Похоже, Калая что-то делала на том каменном столе. Надо осмотреть его. Цветы перетерты в краску. Наверное, это было частью ритуала Калаи. Надо осмотреться. Визор поможет понять, что с ней произошло. Много, кстати, целебных трав тут так. Песня долины. Такое ее увидели первые Утару. Вау! Вот это вид. Конечно, затуманен, но все равно впечатляет. Зачем прям такой туман делать? Тут побывал поисковый отряд. Натоптали, следов Калая не найти. Тут что-то есть на лепестках цветов. Возможно, это краска Калаи? По ней пойдем. Похоже, след остался. Угу. Поисковый отряд его бы не заметил. А вот мой визор справится. Это след краски. Похоже, он ведет вниз с края утеса. То есть вероятность ее выживания повысился до 50%. Бри говорил, что это часть обряда открытия. Отметины выглядят старыми. Похоже, Калая свою не оставила. То есть до сюда она не дошла? Отложу для красильщика. След краски обрывается. И ветки обломаны. Нужно посмотреть поближе. Ветки были сломаны недавно. Это следы борьбы? Нифига себе. А здесь что-то тащили. Похоже, след уходит в заросли. Визор проведет меня по нему. Это что за борьба такая? Люди не могли такое стоять здесь. Это только с роботом, с большой машиной. Борьба должна была быть, чтобы такие следы оставить.
Ну, понятно, экстраполированное в играх это, в принципе, нормально. Лучше заметно было. Зеленец, кстати. Два тела. Одно из них, наверное, Калай, а второе чье? Ну, ты явно не воительница, судя по телу. Какая-то старая. Калая. Отметины на шее. Ее душили. А ее муж такой молодой? Как она поняла, что это Калая? Но я хотя бы верну ее мешочек Бри. Убийца пыталась столкнуть Калаю с обрыва. Поэтому поисковый отряд нашел инструмент у реки. Но Калая сопротивлялась. И убийца задушил ее. И притащил сюда. Ишь ты! Мерзкие твари! Исчезающие! Немножко изменили их тут. Теперь ясно, как погибли убийцы. Ну иди ко мне, ублюдок, мать твою. Так, поставим-ка мы бомбочку. А почему только две? А, в этом костюме, понятно, я же костюм поменял. Только, видимо, две, может быть, ловушки. Где эта скотина? Где эта тварь, ублюдок? Есть! Получил, тварь. Зараза! Так, где у меня еда там? Так, он остановился. Куда тебе жахнуть? Бомбы раскидывает. Помню, помню. Это очень серьезный враг. Очень. Мины рас... Куда бы тебя... Я даже не знаю, под хвост. Ну, дамажу хорошо, кстати. Все. Ловчий не один. Это ловчий. 18 уровень. Так, морозец. Хорошо действует, кстати. Где ублюдок? Спрячемся. Пушка, кстати, пушка, смотрите. Блин, круто. Давайте поставим ловушку. Провод отвалится. Почему? Ну так себе. Ух ты! Не видно. Хорош! Так, в ловушку попал. Нужно забрать мешочек с семенами. Поможет узнать, кто она. Честно, я в восторге от боевой системы местной. Осколок всего один. Эх, да, это надо прокачиваться, чтобы можно было ловушки снимать более эффективно. А как он прошел прямо через ловушку, когда невидимый был? Или мне показалось?
Мне прям наслаждение получают боевки местные. Причем я даже теряюсь, как действовать, то есть возможности всякие. Пушку же можно было поднять. Фиолетовые ресурсы какие-то. Кристальная оплетка. А, припоминаю такую штуку из первой части. Где-то она использовалась. Очень ценная штука была. Я, по-моему, ее бегал, искал. Так, мешочек я не взял, убийцы. Такая хиленькая убийца. Отнесу в песню долины. Может, Фейн и Келл смогут его опознать. Понятно, почему убийца не смог нормально свое дело выполнить. Надо было мужика посылать. Интересно, что бы мне сказали разработчики игры. Не, разработчики-то нормально сказали бы. Что бы мне сказали кураторы игры, которые следят за выполнением особого рейтинга при создании игр. Наверное, именно здесь первые удары спустились с горы. Похоже, большая часть тропы обвалилась. Так, ну что, полетаем. Я, кстати, забыл еду поесть. Вот что можно было сделать. Ну, вроде и так справился. Тут вопросик давайте откроем. А где на компасе? На компасе почему-то нету. Слева выходит. Вот здесь вот. А, вот. Но на компасе все равно нету. Хорошо летим. Это что, автобусы? А, это самолет, разбившийся. Керосин. Кажется, сигнал идет из-под тех стеблей. Нужна энергия, чтобы открыть дверь. Остается надеяться, что где-то здесь есть батарея. Мы пока не научились с этими цветками обращаться. Видимо, сюда нам рано. Окей. Так, а теперь мы выберемся отсюда. Телепортироваться можно, конечно, всегда. Но вообще, вроде это ловушка. Но у нас нету связи убийцы вообще ни с кем. Поэтому это дело мы пока не раскроем. Хотя, может, Элой догадалась? Все мы скорбим о гибели Калаю. Но все-таки нужно как-то жить дальше. Нет, сначала послушаем Элой. Это ее муж. Смотрите, молодой какой. Она лет, я не знаю, там на 50 выглядела. Это что такое? Давно не виделись. Семена Калаи? Ты нашла их? Бри. Калая не падала. Ее убили. Что? Я поднялась на мыс. И нашла Калаю и тело той, что убило ее. Не может быть. Поисковый отряд проверял, там ничего нет. Тела лежали на отдаленном пустыре. Вдалеке от места поисков. На нее напал ловчий, когда она пыталась спрятать тело Калаи. Кто она? Я надеялась, вы узнаете. Я принесла ее мешочек. По мешочку можно узнать? Это семена Лины. Ученица Келл. Не понимаю, зачем ей это делать? Стоит спросить Келл. Но она... Келл — это та старуха, да? Голубоглазая. Эй, ты! А где Келл? Ушла через восточные ворота час назад. Ушла домой. Ветер лета. Она сбежала? Нужно судить ее. Я ее поймаю. Где это место? Ищи разрушенное поселение на южной границе. Она родилась там. Мы возьмем охрану и встретим вас там. На порядочном расстоянии, кстати, можно путешествовать.
потратим спальник. Кстати, в первой части можно было сделать спальник бесконечный. Надеюсь, тут такой же будет. Очень удобная штука. Что, ночью пойдем? Наверное, это ветер лета. Но где же Кел? Вот и Кел. Что она держит? Значит, все уже знают. Когда ты пошла на утес, я поняла, правду не скрыть. Ты смотрела в глаза мужу убитой тобой женщины и говорила, что надо жить дальше. Я не хотела, чтобы это произошло. Так зачем? Калая сеяла семена раздора. Хотела, чтобы Утару ушли из песни долины, покинули свой дом. Если бы люди поверили ей, это было бы страшнее любой болезни, любой машины. И за это ее убили? Таков природный порядок. Рост, увядание, смерть. Да уж. Все в мире живет так. Деревья с корней не сходят, и я избавилась от угрозы для всех нас. Жаль, что до этого дошло. Дело сделано. Я заставлю тебя заплатить за совершенное преступление. Поздно. Ну, по ней видно уже, кровь из нас течет. Двое умерли. И ты заплатишь за это жизнью. Мой выбор. Все это твой выбор. Нет! Должен быть суд! Правосудие ради Калаи! Она мертва, Бри. Это правосудие. Вот, возьми. Пусть это и мелочь. Спасибо. Мне не придется до конца дней гадать, что случилось с Калаей. Пожухлые листва. Трое Утару погибли. Ради чего? Признаю, я никогда не был тебе рад. Но должен тебя поблагодарить за то, что избавила нас от гнилого корня. Жаль, что все так случилось. Гнили больше нет. И новые ростки процветут. Да уж, блин, как же противно на этого мужика смотреть. Вот посмотрите, что с ним сделали. Специально тонкие худые ручки такие. Цветочки кругом, ну пипец, вот как будто издеваются, прямо жесть. Что надо делать вообще, как жить, чтобы вот руки вот в этих местах, где плечо там, основание руки, короче, было практически тоньше, чем бицепс, ну это же жесть. Это как вообще возможно? Это явно, либо человек должен болеть чем-то, у него повреждена мышца должна быть. Либо это искусственно сделано. То есть это выглядит ненатурально. И вот в этой игре, понимаете, вот все пронизано вот этим вот. Прямо на каждом шагу. Я прослежу, чтобы с телом Кел поступили как должно. Преступление Кел станет шоком для многих в песне. Я посажу семена Калаи в песне долины. Все благодаря тебе. Окей. Грустное задание. Кстати, убежище. Давайте-ка его откроем. Там можно время проматывать. Вот, полезное место. После этой серии я, наверное, поищу мод, который позволяет проматывать время.
Тут вышка электрическая. Ну вот, у нас второе место появилось, где можно проматывать время. Непонятно, почему в городах это делать нельзя, но вот так вот. И на этой прекрасной ноте серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Оставляйте комментарии.